Девочки, всем привет! Рада приветствовать вас на своем канале. Сегодняшнее видео будет посвящено пустым баночкам, поэтому, кто ждал эту рубрику на моем канале, то оставайтесь со мной. Первое, что вам хочу показать, это просто нереальная штука, нереальная вещь. Это такая вот сыворотка от Беленды. Она с гликолевой кислотой и витамином С. Здесь у меня буквально на один раз. Здесь не очень удобный дозатор, так как сыворотка очень жидкая, она моментально вытекает, но если, в принципе, приловчиться и очень быстро разнести ее по своему лицу, то никакого дискомфорта у вас не будет возникать. Очень классное средство, шикарно выравнивает тон кожи, шикарно, знаете, вот как-то полирует ее. Вот ощущение, как будто бы поверхность льда, то есть кожа отполированная, чистая, разглаженная. Я пользуюсь ей каждый день после своего тоника. Через 30 минут наношу либо сыворотку, либо крем. Мне очень нравится. Вот если сравнивать оранжевую и зеленую, то это понравилось мне гораздо больше. По крайней мере, на моей коже эта сыворотка работает лучше и эффект более заметен. Вот сейчас уже активное солнце, поэтому, скорее всего, я ее добью и обязательно потом возьму на осень себе еще. Далее, такой вот тоник, это тоже шикарный тоник, вот я просто от него в восторге. Это у нас тоник тоже с АХА-кислотами. Вот эти две штуки вместе, они работают просто на ура. Она немного пощипывает кожу, что сыворотка, что тоник, да? Он. Благодаря этому тонику у вас менее заметные черные точки. Кожа более, знаете, такая свежая. Вот идеальный тоник. Я его нигде сейчас не могу найти, но обязательно потом куплю. Скорее всего, тоже на осень, потому что сейчас, повторюсь, активное солнце, которое мне не очень нужно, да, чтобы не возникали никакие пигментные пятна. Но тоник просто божественный. Девочки, советую. Кто найдет, возьмите. Далее, такой вот крем, это у нас уже Белита, это белорусская косметика, он очень жирный, подойдет для безумно сухой кожи на зиму. Как бы я его сейчас добиваю на шею, потому что нужно его добить уже и выкинуть. Но он очень жирный, девочки, это просто масляный блин, но очень хорошо питает кожу. Вот если ваша кожа слишком обезвожена, и вы хотите напитать ее, то советую, очень хорошее средство. Следующий продукт у нас будет для волос. Это такой вот бальзам-маска Health and Beauty, комплекс трав. Девочки, бальзам очень хороший, очень классно напитывает волосы. Именно подойдет для сухих волос, но у него специфический запах трав. Вот если вы любите такой, знаете, травяной, насыщенный, концентрированный запах, отдушку, которая прям бьет в нос, то вам понравится. Мне этот запах немного раздражал, смущал. Вот. Но насчет укрепления ничего не сказать не могу, потому что как бы я не нуждаюсь в этом. Но именно за счет питания своего он делал что-то невообразимое с длиной. То есть он хорошо волос увлажнял, он его питал, и, в принципе, очень легко расчесываться было после него. Поэтому могу вам посоветовать, наверное, в паре с шампунем работает хорошо. Так, пошуршу чуть-чуть вам тут. Такой вот у меня закончился спрей для ног. Это у нас Greenway освежающий дезодорант для ног. Удобный здесь дозатор, вот как бы распылитель. Средство приятно пахнет, все хорошо с ним, никаких претензий нет, на лето просто идеально. Тем, кто носит каблуки, советую вдвойне, так как хорошо освежает и, знаете, убирает отечность и следы усталости после трудового дня тяжелого. Далее, такого средства для ногтей, ноготок. Не буду сильно зацикливаться на нем, так как уже 100 раз вам показывала. Кутикулу я увлажняю всегда и везде. Считаю, что это необходимо делать для того, чтобы поддержать ваш маникюр в хорошем состоянии. Вот поэтому могу вам посоветовать отличное средство. Далее, такой вот антиперспирант Dove. Обычное средство. Он не спасает на длительный период времени, особенно летом, особенно в стрессовых ситуациях, поэтому я вам не могу его посоветовать, но запах у него был весьма приятный. Далее, выкидываю целую бадью такого вот масла, это масло для беременных от растяжек.
Когда я была беременна, я накупила целых 3 упаковки данного средства, но не могу сказать, что оно мне не помогло. Я им просто забывала пользоваться, ленилась. В принципе, меня пронесло, растяжек у меня тьфу-тьфу никаких не было. Нету, вот, но не могу ничего сказать. Запаха у этого средства не было. Я люблю более такие концентрированные продукты, насыщенные, которыми приятно пользоваться, вдыхать аромат. В этом средстве он отсутствует, этот аромат и запах какой-либо. Ну, как обычно, тут ничего нового. Масло для тела, зеленая аптека. В этом случае у меня нейтральное. Повторюсь, мое любимое – это лавандовое, так как имеет более приятный аромат и помогает мне заснуть. Вообще, в принципе, лаванду я люблю. Так. Далее, для ножек у меня закончилось такое вот мое любимое средство от Vitex. Это крем-педикюр. Для меня это идеальный крем. Вы знаете, вот тыква от 100 рецептов красоты и крем-педикюр от Vitex. Вот эти два моих любимых средства для ног. Просто питает, увлажняет, приятно пахнет, бюджетно стоит. Что еще от крема требовать? Далее, такая вот масочка у меня закончилась от Белиты. Маска релаксирующая. Очень удобный формат. Классно брать в дороге, в путешествия. Кинул, в принципе, тут маленький объем, 50 грамм всего. Маска хорошо именно питает. Никакого эффекта релакса я не увидела. Кожа не выглядит как-то отдохнувшей, но она именно напитанной выглядит. Какие-то мелкие морщинки уходят. Кожа перестает быть сухой, обезвоженной. Вот в этом ей несомненный плюс, поэтому присмотритесь. Далее, выкидываю помаду, так как истек срок годности. Это помада от Трилуи. В 332 оттенке, это у нас нюдовый оттеночек такой вот, ну, не совсем он нюдовый, конечно, такой, очень хорошая помада, но я как-то забывала ей пользоваться, отдавала предпочтение другим продуктам для губ, и у нее просто-напросто истек срок годности, я так могу вам посоветовать. И 3 продукта у меня осталось, это именно маски. Такая масочка корейская, это у нас с экстрактом улиточки, очень хорошо кожу подтягивает. Вот я заметила, морщинки мимические на лбу у меня разгладились. А если делать ее на ночь, накладывать перед сном, то утром у вас кожа как у младенца. Вот правда, безумно мне понравился эффект этой маски. Ну, я думаю, в принципе, все корейские маски хорошие. Также такая вот с феей корейская, я даже не знаю, какой это фирма. Вот, брала в сети магазинах Lotus. Это мне понравилось меньше, чем от Esfolio, но, в принципе, тоже хорошая. Очень нравятся лекала, они точь-в-точь по лицу, нету этой большой тряпки на лице. И попробовала такую вот масочку, это у нас Российский институт красоты и здоровья, я, по-моему, в влоге ее показывала. Тоже неплохая маска, но мне не хватало увлажнения, она очень быстро высохла. Вот, это, конечно, минус. А так, в целом, хорошая, такая приятная в использовании, но все же, наверное, я буду отдавать предпочтение корейским. Все, девочки, спасибо вам за то, что вы меня смотрели. Сегодня пустые банки снимаю наспех, снимаю их в небольшом количестве, но хочется от всего избавиться. Жду ваших комментариев, обратной связи. Всем до скорых встреч!